просто барышня. Чулка. Чулка хороший такой, чулка. Красиво. Уже больше раз в лосе не страшно. Надя, с вожаком ты еще так не лежала на солнечной полянке? Нет, сказала Надежда и закинула на него ногу. Да. Чулка, вот так хорошо. Вот так, в постели со львом называется. Любимый. Ты как-то такая маленькая, кажется, так вот на фоне него. Да, что есть, то есть. Тепленький такой. А смотрит уже что-то. Так. Да, чисто теоретически, конечно, можно его выстрелить. Вот так, да? Чисто теоретически могу, вы же знаете. Я и практически могу. Ой. Лапами, боже. Я тоже так хочу. О, лапища. Это не лев, это махина. Какие когти, какая лапа, как голова у человека. Под сосной. Собирала я грибы, как они называются. И тут неожиданно лев под русскими соснами, елками. С Гердой все перефотографировались уже? Нет. Кто еще? Фотографируйтесь, валяйтесь. Фоткай мне. Надежда. Чего? Спасибо. Пожалуйста, спасибо. С той стороны. Куда-нибудь. Ты же эту встречу ждала год. Ну, ради такой встречи, скажи. Скажи, Чука, как жизнь? Да, в раздумьях о жизни, да. Смотрит таким взглядом никаким. Так в нос хочется. Не надо в нос. Надежда и Чук.